Так, друзья, ну что, всем привет. Значит, сегодня хочу рассказать вам про новый инструмент, который добавляю себе в портфель. Это робот для торговли на спотовом кошельке. Робот торгует как на бирже Binance, так и на бирже Huobi. Да? То есть вы можете выбрать одну из бирж, либо торговать на двух биржах одновременно. Вот, значит, почему я выбрал этот инструмент, как он отработал все мои возражения, потому что я всегда очень скептически относился к роботам, это вот чуть позже вам обязательно расскажу. Значит, роботом пользуется просто уже огромное количество пользователей и внутри моей команды, и в принципе среди моих знакомых, да, и в параллельных структурах, и многие лидеры, с которыми мы давно движемся уже по различным направлениям, вот, и те результаты, которые у них получается делать, ну, они просто ошеломительные, и я, ну, никак не смог пройти мимо, потому что их результаты, они куда выше, чем мои результаты при помощи, там, при ручной торговле, да, даже несмотря на то, что я торгую по сигналам. Вот, ребят, получается делать от 5 до 50% в месяц, в зависимости от тренда, само собой, да, то есть если тренд бычий, то робот зарабатывает очень хорошо, да, если тренд медвежий, робот зарабатывает просто не быстро, вот, и могут быть просадки, вот, да, но на дистанции, если вы торгуете фундаментальными монетами, вы все равно будете в плюсе, то есть робот не фиксирует убытки в принципе, да, исходя из того, что это спотовая торговля, вот, робот минусовые сделки вам не закрывает, то есть робот покупает, робот усредняет, робот выводит и закрывает сделку в плюс. То есть чем хорош робот? Если вы новичок в криптовалюте, да, если вы хотите разобраться в торговле, но только начинаете свой путь, да, у вас особого опыта работы нет, то робот как никогда лучше в этом случае вам подойдет. Вот, данный робот конкретно работает уже больше полугода, вот, и он завоевал уже авторитет во всем мире, да, то есть в Азии там у ребят вообще сумасшедшие результаты. Вот. Ну и те результаты, которые действительно у него получается делать, вот, я пока еще не встречал подобных роботов на рынке, вот, поэтому беру обязательно его на вооружение, сейчас буду рекомендовать его всей команде. Значит, при помощи данного финансового инструмента вы можете зарабатывать как на пассиве, то есть одноразово настроив робота на автоматическую торговлю, чтобы он делал все в автоматическом режиме за вас, так можете зарабатывать и активно, да, то есть данный продукт можно рекомендовать друзьям, коллегам, партнерам и получать за это небольшое, но вознаграждение, что, я считаю, не будет, уж точно не будет лишним каждому из вас. Друзья, ну и давайте мы сейчас с вами поговорим про риски, да, то есть если кто-то когда-либо вам говорит про робота, либо другой финансовый инструмент, либо это инструмент из мира криптовалюты особенно, и говорит, что в этом инструменте нет рисков, то, друзья, бегите подальше от этого человека, потому что риски, они есть всегда и везде, и в данном случае, само собой, риски тоже есть, да, то есть я напомню, мы инвестируем, и мы работаем только исключительно со своими деньгами. Ни в коем случае мы не работаем с заемными деньгами. Вот. Но в данном случае какие могут быть риски, какие риски я вижу. Да? То есть первый риск – это скам-биржа. Скам-биржа либо Huobi, либо Binance. Но, в принципе, это такой маловероятный риск, потому что биржа Huobi, она работает уже больше 8 лет, и за 8 лет она не была ни разу взломан, да, если говорим про биржу Binance, ну, это, в принципе, на сегодняшний день биржа относительно молодая, но является биржей номер один по объемам торгов, по количеству пользователей. Ежедневно биржей пользуется больше 20 миллионов человек, да, что уже говорит о многом. Вот, поэтому этот риск есть, да, но он, в принципе, так скажем, маловероятен. Вот. Второй риск, это, конечно же, просадка, да, то есть мы понимаем, что на рынке всегда может быть как подъем, так и падение, и если на подъеме мы зарабатываем очень хорошо, то на падение заработок у нас тоже есть, но он может быть не такой значительный, как, допустим, на бычьем рынке. То есть это нужно тоже понимать, но в отличие от фьючерсов, в данном случае мы владеем токеном, у нас токенов меньше не становится, да, и рано или поздно мы эти токены все равно продадим с хорошей прибылью. Если мы заходим на фундаментальные монеты, покупаем фундаментальные монеты, вот, то можно посмотреть, фундаментальные монеты в разрезе времени, они только растут, да, то есть криптовалюта, такая как эфир, там, биткоин, эфир, лайткоин, они все растут, вот, можно, в принципе, просто зайти на CoinMarketCap, вот, выбрать там топ-10, топ-20 криптовалют и торговать при помощи них, вот, это второй риск, который может быть, но, в принципе, тоже такой несущественный, скажем так, риск. Данный робот стоит $120, это годовая лицензия, то есть вы заплатили $120, и вы можете пользоваться им на протяжении года. При всем при этом данный робот можно использовать одновременно как на бирже Binance, так и на бирже Huobi, да, либо на одной из. Вот, это очень здорово, вы покупаете одну лицензию, но используете для торговли на двух биржах, да, в качестве диверсификации. Это очень круто.
робот Royal Q, он объединяет как трейдеров, так и пользователей. То есть вы как пользователь можете зайти и выбрать любого трейдера, который вам понравился с высокой доходностью, например. Вот. Или можете подобрать ту или иную стратегию трейдера и использовать. Помимо того, что вы заплатите $120 за использование годовой лицензии робота, вам также нужно будет заплатить 20% от вашей доходности. Например, то есть если вы заработали $1000 за месяц, да, вы заплатите 20%, то есть $200 вы вносите в систему. Вот. Что касается трейдеров, трейдерам вы выплачиваете 1% от заработанной суммы. Друзья, я вообще изначально очень скептически и негативно относился к роботам, и когда услышал про робота Royal Q, я его не воспринял всерьез. Вот. Но, однако, когда мне раскрыли мое возражение, у меня не осталось, в принципе, вопросов, и я начал использовать этот продукт. Что за возражение у меня было? Значит, возражение было следующего характера. Я предполагал, что сейчас робот торгует хорошо, но однажды на биржу залистят какой-нибудь токен с низкой ликвидностью, робот совершит со всех аккаунтов покупку данного токена, данный токен вырастет в цене, и админы данного токена выведут всю ликвидность, и мы останемся с вами без денег, да, и робот не успеет ничего сделать. На этом история, в принципе, закончится. Однако возражение очень просто отрабатывается. На бирже Binance, к сожалению, такого нет, но на бирже Huobi есть очень крутая функция. Вы можете выставить конкретные токены, при помощи которых робот будет осуществлять торговлю. Вот. Это очень круто и классно, в принципе, отрабатывает данное возражение. Друзья, ну что, теперь давайте я вам покажу результаты своего вышестоящего наставника по роботу, да, потому что я зашел в этот продукт относительно недавно. Вот, у меня еще серьезных показателей нет, но я обязательно их достигну. Вот, а сейчас поделюсь с вами цифрами, которые действительно можно тут получать. Смотрим.